В Ивановской медакадемии прошло заседание комиссии по развитию здравоохранения на территории Ивановской области под председательством главы региона Станислава Воскресенского. Комиссия состоит из представителей общественных организаций, медицинского, научного и врачебного сообществ. На повестке вопрос наболевший – оказание специализированной помощи жителям отдаленных от областного центра районов. У нас что с вами выяснилось? Вот, например, в центрах специализированной помощи, которых у нас несколько, они в основном в городских округах находятся, в этих центрах в основном имеют возможность получать услуги только жители этих городских округов. Получается так, что жители области остаются обделенными, и когда кто-то, например, из внеобластного центра обращается, начинается, откровенно говоря, сумбур. И мне писали в социальных сетях, конкретно прям описывали случаи, что происходило. Там у нас был случай, 4 разных места человека катали. Ну, это был ужас какой-то. Это недопустимо. Чтобы наладить маршрутизацию в регионе, для пациентов районных больниц вводятся квоты на госпитализацию в Ивановскую ОКБ и другие специализированные медицинские организации по профилям неврология, кардиология, гастроэнтерология. Кроме того, изменения коснутся диспансерного наблюдения за кардиологическими больными. После выписки из стационара наблюдение за данной группой пациентов будет вести не участковый терапевт или фельдшер, а амбулаторно-поликлиническое звено.